Это новая дорога, которую ремонтировали, реставрировали. Вот вам чистка ливневок. Просто тупо забили хер, никто ничего не сделал. И просто они под мнением, что они что-то ремонтируют. А вода тупо стоит. Ну просто нереально. По пол колеса едет, машины едут в воде. Ну вот. Вот такая жопа, друзья, чтобы вы понимали. Воды, короче, тупо океан, блин. Просто океан. Посмотрите, что творится. Машина едет он передо мной. Тупо пол колеса в воде. Мне это хорошо, я высокий. Мне насрать. Короче, вода пошла вон в подземный переход. Полным ходом валит в переход, короче. Все именно прекрасно. Вот так вам стихии, друзья. Обещали грозы, дожди, молнии, шквалы. Даже штурмовое предупреждение передали на завтра. Так что, друзья, будьте поаккуратней. Вот такая вот фигня творится сейчас. Видали? Еще и объезд перекрыли, короче, Петровку. Вот этот кусок. И объезд получается через, блин, через Петровку. Представьте, весь поток, который идет по Телиге, сейчас должен проехать через Петровку. То есть через аппендицит, вы поняли, да? Вот здесь возле метро входа разворачиваться и ехать. Если завтра будет такое же, то тут будет такая пробка. Наверное, я не знаю, от Севастопольской площади до Петровки будет пробка завтра вечером в час пик. Да и днем точно тоже. Эта артерия живая очень. Короче, полный трэш.